Добрый день, друзья! Сегодня сделаем очередную поделку. Это будет гирлянда из большого числа обезьянок. Причем обезьяны могут быть и большого размера, и маленького. Художник позаботился о вас и подготовил шаблоны для вырезания. Есть вот шаблон такой вот, большой обезьяны. Есть на одном листе 4 обезьяны. Есть 6 обезьян. И есть 12 обезьян. Для работы нам потребуются ножницы и, наверное, все. Печатаем заготовку либо на цветной бумаге, либо на плотной бумаге, ну можно и на пище. Если у вас цветной бумагой совсем плохо, то можно раскрасить обезьяны прямо до вырезания. Например, берем желтый фломастер и закрашиваем ее. У нас получится желтая обезьяна. Можно взять красный фломастер. Будет у нас красная обезьяна. Все зависит от вашей фантазии. Берем ножницы и вырезаем этих обезьянок. После вырезания одного листа с мелкими обезьянами получилось такое огромное число обезьян, которые цепляются друг за друга и не дают разъединиться. Конструкция позволяет цеплять обезьянок друг с другом хвостами, передними лапами, задними лапами. Всего 12 обезьян было напечатано на зеленом листе. Но здесь мы можем исправиться и сделать одну обезьяну, например, красную. Обезьяны можно сцепить между собой и подвесить на елку. Но можно и это замечательный игровой момент, например, написать какие-нибудь слова, свои имена, либо чужие какие-то имена, составить гирлянду и потом прочитать, что получится. Чем не забава на Новый год? Или, например, приклеить магнит к каждой обезьянке. И это будет маленький новогодний подарок вашим гостям. Магнит закрепляем при помощи термоклея. Ставим точку на теле обезьяны. И цепляем маленький магнитик. Смотрим, что получилось. О, держится у нас обезьяна. При помощи этого магнитика можно зацепить одну обезьянку, а можно и весь этот коллектив зацепить, например, за одну обезьяну, либо закрепить их дугой за две обезьяны с магнитиками. Также возможно и применение двойного скотча. Смотрите пример установки гирлянды на холодильнике. Вот она висит. Подписывайтесь на канал. Если понравилось, палец вверх. Не понравилось, напишите об этом и скажите, что бы вы хотели увидеть другое.